В преддверии Дня Конституции Дагестана многодетные семьи из Каспийска получили земельные участки. Сегодня в администрации города прошла жеребьевка. В этот раз 31 семья получит участок, отвечающий всем установленным требованиям. Подробнее в нашем следующем сюжете. Вытянуть счастливый билет удалось 31 семье. Кому и какой участок достанется, распределяли с помощью жеребьевки. Горожане самостоятельно могли вытянуть свой номерок из специального кубка. Жительница Каспийска Индира делится своей радостью. Признается, что стояла в очереди на получение земельного участка около 10 лет. До этого приходилось снимать жилье и ютиться в однокомнатной квартире с тремя детьми. До меня дошла эта очередь, и я наконец-то вот путем жеребьевки получила земельный участок. Я очень рада, ура. Честно говоря, очень не верилась. Я думала, наверное, это никогда не случится. Но все-таки это произошло, я очень рада. И я желаю остальным, кто еще не получил, кто не верит, чтобы ждали бы, что до каждого эта очередь дойдет. Специальная комиссия отбирала территорию, которая должна была соответствовать всем нормам. Размер участка не менее 400 квадратных метров. А горожане, в свою очередь, должны были написать заявление в МФЦ. Я именно в 2012 году, когда нам сказали, что можно встать на очередь в МФЦ, случайно написали заявление. Вот. Я там какое-то время проработала и услышала, что есть такая возможность, и написала заявление. Но, честно говоря, не ожидала, что так будут выдавать. Свой участок в Каспийске ждут еще более 2000 человек. Мэрия города признается, что обеспечить всех землей очень трудно. Однако для этого будут предприняты все необходимые меры. Городской округ просто у нас ограничен со всех сторон. С одной стороны морем, с другой стороны Каспийском, с другой стороны Карабдахенским районом. И мы не имеем, кроме того, что у нас сейчас есть в наших границах, значит, земельных участков. Но в любом случае мы постараемся изыскать и продолжим работу по предоставлению земельных участков, конечно, в дальнейшем. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Каспийск.